Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» возвращается на паркет. Команда Зорана Лукича после матча с Пармой 14 ноября ушла на длительный перерыв. Времени у баскетболистов Нижнего было достаточно, чтобы привести себя в форму. И уже в эту субботу в 12:00 черно-белые сыграют в Нур-Султане с Астаной. Нижний на данный момент провел меньше всего игр в единой лиге ВТБ – 4. Столько же только у Цмоки и Калева. Задел на старте сезона позволил НН забраться на третью строчку таблицы – поэтому место под солнцем нужно сохранять. Так что включаем 5 декабря в 12:00 ННТВ и болеем за Нижний. А по завершению трансляции ведущий программы «После матча» вместе с экспертом разберет игру черно-белых.